Вот маленький раз, крест. Во. Вижу, раз, два. Вижу, вижу. О, красавец. О, белый. В смысле, нормально. Он там стоит. Фу. Он их там несколько стоит. Ну там и все белые. Не один. Фига, блин. Да, смотри. На, там, забрось мешок. Не знаю. О, какой. О, какой большой и плотный. Красноголовый. Тоже плотная. Чуй. Делаю, я не знаю. Делаю. Тут-то. Ой-ё. Ты белый собираешь или что? Вот смотри, раз, два, три, четыре, пять. Нет, белые. Вот. Вопрос только что. Смотри какие. Насколько они хорошие. Хорошие. Ушел с мешком. Вон это. Немножко чуть-чуть опоздали. Опа. Опа. Давай, кулик. Смотри.
такой красивый и с червями. Да? Да. Плохой на открытом месте. Мухи видели его. Далеко не отходя от кассы. Встала. Да, пичкаган вытопился. Уже набрали в уголку белых. Да. Дядьки тут сидят, ковыряют какие-то грибцы. Немножко. Нашли три гриба, а сидят, понтуются, как будто у нас их много. Да, откуда взялся? Да, молодцы. Дядя Саша. Взял, всего там маленькая ведерка. Ой, тазик. Да, дядя Саша. Такие шалупуни. Да, шалипуги. Дядя Витя. Тоже есть. Ну, молодец, привет жене. Сколько передавай. Сколько же дров-то уйдет на одну шалупу? Все, ну-ка, все, ну-ка, все. повтори. Ну-ка. Выполняю твое задание. Ага. Килограмм белых грибов сушеных. Везу домой. Все, молодец. Ну, они был килограмм сырых. Да. Он только килограмм набрал, извини. Маша говорит, не буду. Поля просил килограмм. Производится повторная закладка всякого разного в мультиварку. Да. Дядя Саша пыжится. Но пыжится не от того, что ему что-то нужно сделать нехорошее, а только лишь потому, что ему нужно влупидолить грибцы. Вместе с грибцами он будет засунут жаркое по-домашнему, но без картопли. Роль картопли в данном случае будет исполнять каписточка. О, капусточка. Видно? Конечно. Василич, тебя очень видно, хорошо видно. Вот еще добавочка. Сейчас еще вот это будет пидолем, и тут вообще будет песня. 8 килограмм сухих грибов. Каждому по 3. Дядя Саша. Все ходы записаны. Опа. Выход силой. Я только ближе. Посмотрели сегодня картинок. Ага, журнал насмотрелись. Об этом можно было и не говорить. Ну как это не говорить? Что? У нас все должно быть прозрачно, как у бункерного. Вот единственный человек, который работает в нашей компании. Даже слышно, как он работает. Да, в смысле, видно. Становая тяга. Опа. Пошел. Надо как-то впихнуть в весь штуку. Впихнуть невпихуемое? Да. Давай. Опа. Жим от груди. Опа. Опс. Нормально. Иди снимай. Еще чугунок надо засадить. А надо сначала пар выпустить. Да, да. Позвольте. Ну-ка, усатый, полосатый. Надо светить, да? Не, не надо, нормально так. Кому надо, тот поймет. Это третья ходка. Да. Сегодня утром засадили грибы. Вы же помните? Да. И вот сейчас мы пришли. О, время 8 часов. Грибы почти как грибы, сушеные. Вот. Красивые. Да. Я думаю, что не буду я их вынимать пока. Не, давай пусть они еще немножко постоят. Можно даже эту самую доску приставить обратно.